Добрый день, с вами Лара Шум, и сегодня мы дошли до 10-го убеждения, и называется оно ограничение. Ограничения, они существуют только в нашей голове. Все мы любим поговорить о том, что мы свободны в своем выборе. Тем не менее, социум очень хитро запрограммировал наше поведение так, чтобы мы не особо высовывались за рамки. И это матрица. Сплетение многих эгрегоров, шаблонов мышления и поведенческих норм. Нам навязывают, что прилично, а что нет. Как высоко можно летать, куда ходить, кого и как любить, как жить и что вообще хотеть. И если вы понаблюдаете, то заметите, что окружающий социум и его информационные поля на 90% транслируют ограниченность. Раньше было еще хуже. В последние 10 лет понемногу стали выходить яркие личности, транслирующие свободу, равенство и доступность благ, заговорили о потоках изобилия для всех, об изменении образа мышления. Такая конструктивная и позитивно настраивающая информация распространяется все больше, и распространяется она благодаря нам, всем, когда в кругу своих близких, в своем мире мы, каждый из нас, знает, верит и транслирует доступность любых целей, говорит о возможностях, верит в людей и их способности, позитивно настроен в любой ситуации и при любом течении событий находит благо. Каждый из нас является частью социума. Он не отделен от нас. Поэтому вместе мы имеем вес в геометрической прогрессии большей, чем поодиночке. Время одиночек прошло. Светлые души, умы, добрые личности объединяются ради общего расширения и распространение света и добра. Обнимаю вас всех. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям ту информацию, которая вам понравилась. Вдруг она кому-то пригодится. И благодарю вас за донаты, за поддержку моего канала.